собрать его, что наша группа называется «Нирвана», и он мы взяли его. Он согласился с нами играть. Вот. Следующий участник. Это он. Это он. Вячеслав Селезнёв, лидер гитары. Сектора, как вы можете услышать, все соляки спищены именно оттуда. Кто еще, кто еще? Вот этот парень, самый скромный парень в углу сидит. Подойди поближе к нам. Его зовут... Это С, это А, это Ш, это А. Саша! Нет слуха. В группу он попал только потому, что он самый красивый человек на земле и нравится всем девчонкам, абсолютно всем без исключения. Поэтому он с нами, и он, я попросил поближе подойти, чтобы все были, все могли увидеть. Можете на него направить все пушкинара, которые есть в этом зале. Про себя не буду, я самый скромный. Я из деревни приехал. Я вам спою просто песню. А что вы читали? Давайте еще это. Ну, чуть-чуть. Клево же. Отличная тусовка. Присядь, братан, тоже. Песня такая, значит. Возможно, кто-то из вас, может быть, знак слова. Это очень хорошо, если это так. Может, можно будет нам подпеть. Итак. Так. Все сидят. Ничья страна! We'll be right back.
10 лет назад все наши концерты проходили в гараже для наших друзей, для 7, для 8 человек. Сегодня, с тех пор прошло 10 лет, на наши концерты стало приходить очень много друзей. На самом деле количество людей не главное. Главное, чтобы все были свои и была клевая тусовка. Тем не менее, пользуясь случаем, поскольку у меня в руке микрофон, поэтому я могу говорить о него всякую хуйню, я хочу узнать, сколько же девчонок сегодня пришло на этот концерт. Включи свет, я хочу увидеть девчонки! Здравствуйте. Давайте мы сейчас включите на счет 4 и услышим, сколько же вас много. Раз, два, три, 4! Мне показалось, что примерно человек, девчонок примерно там 12-13 пришло. Или они просто здесь очень скромно болтают. Девчонки, давайте не будем стесняться еще разочек. Раз, два, три, 4! Как будто я там где дверь в темноте открыл, случайно пошел в женскую баню. Вот такой вот эффект показалось. Сколько же ребят пришло сегодня на концерт? Пацаны, где вы? Мне показалось, что нас накрывают болтавские футбольные хулиганы. Сейчас там пистюлей валяют. Можно я спрячусь у тебя, Санек? Девчонки, вам выпало петь первую строчку припева этой песни. Я на вас очень надеюсь, вы очень громко, у вас должно получиться. Вторую строчку поют пацаны, так же громко, как сейчас. Третью снова поют девочки. И четвертую, допустим, он, Александр Агафонов, поет с нами.